Современное оборудование, установленное в 4-й горбольнице перед проведением зимних Олимпийских игр, позволяет проводить современную диагностику и выявлять болезнь на ранней стадии, причем всех заболеваний органов зрения. У районного окулиста пациент получает направление в консультационно-диагностическое отделение, и здесь уже решается его дальнейшая судьба – либо амбулаторное лечение, либо стационарное. Врачи отмечают, возрастные болезни стали молодеть, и катаракту или глаукому легко можно обнаружить даже у 40-летнего человека. Количество пациентов ежемесячно растет. Мы с пациентами, с нашими проводим школы катаракты, школы глаукомы, на которых знакомим пациентов с этими заболеваниями, рассказываем нашим пациентам, как эти заболевания лечатся, как хирургически, так и терапевтически. Ну и, естественно, пациент, когда владеет этой информацией, он не доводит свое заболевание уже, когда им нечем, в принципе, помочь, а обращается в более ранние сроки. Естественно, и риск осложнений после этого уменьшается. Палаты в отделении офтальмологии, одноместные, двухместные, системы кондиционирования, туалетом и душем. Везде стерильная чистота, больной может вызвать дежурную медсестру или врача, не выходя из палаты. Для этого в рабочем состоянии пульт вызова и есть даже блок громкой связи. Все для удобства лежачих больных. Мне сделали это лазеревым лучом облучение этой катаракты, пленку, и мне с нее сняли ее, я теперь на один глаз хорошо вижу, чудесно вижу, прекрасно вижу. Вот. А на втором глазу мне будут завтра делать операцию. Хрусталик вставлять. Ранней весной установлены, помимо нового диагностического и хирургического оборудования, лазерные приборы. И вот уже скольким пациентам не нужно ехать для лечения в краевую столицу. А мы попадаем в святую святых. Так медики называют операционный блок, находящийся на первом этаже. Он работает 5 дней в неделю. Здесь людям дарят надежду на возвращение к полноценной жизни. Таких операций за полгода было сделано около 1000. На операционный стол за день ложится до 15 больных. Сегодня уже 13-я по счету операция. Все специалисты имеют высшую квалификационную категорию. А новые микроскопы, операционные машины для замены помутневшего хрусталика на искусственную линзу и остальное современное оборудование позволили сделать операции в этом году на 40% больше, чем в прошлом. Операция длится достаточно короткое время. Хрусталик помутневший дробится с помощью ультразвука. Вот. Хрусталик имплантируется через мини-разрез, всего лишь 2 мм. Линза мягкая, импортная. Это бесшовная хирургия. А вот так выглядит хрусталик, замена которого возвращает зрение. Лечение бесплатное. Кроме того, в офтальмологическом отделении 4-й горбольницы круглосуточно работает экстренная операционная, где оказывается весь спектр экстренной хирургии. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.